Наурыз, наурыз күнігі, күнігі жердің түрігі. Бауыры жылып, науатқан, бабымен қанан жібейді. Сотрудники отделов акиматов в преддверии Наурыза создают праздничное настроение, сменив привычный строгий стиль на национальную одежду. Эту традицию государственные служащие поддерживают не первый год. Уже второй год у нас идет акция республиканская. Мы активно принимаем участие. Учреждения культуры принимают. Эта акция называется «Ен Адим Киим, Олтур Киим». Поздравляю всех жителей и гостей города и Кибастузского региона с наступающим Наурыз Мирамы. Желаю всем удачи, семейного счастья, благополучия, здоровья. И надеюсь, что 22 числа вы придете на наше мероприятие, которое готовят наши художественные коллективы города, где вы можете познакомиться с тетрализацией Жертанаса, а также будут звезды казахстанской эстрады. Не остались в стороне и сотрудники Центра социальной защиты населения. Национальная одежда является частью повседневного образа каждого работника уже с начала марта. Ежегодно наш коллектив участвует в организации проведения Наурыз Мирамы для наших получателей услуг. С начала месяца наши работники ходят на работу в национальных костюмах, камзолах. А для наших получателей услуг празднованию Наурыз Мирамы мы подготовили благотворительные продуктовые пакеты от предпринимателей города. В преддверии праздника хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и достатка, а также мира на земле. Вот уже на протяжении всего месяца находится в предвкушении праздника Наурыз, и в связи с чем каждый из нас ежедневно одевают национальную одежду, национальные атрибуты и тем самым создают праздничное настроение в нашем коллективе. Таким образом, государственные служащие вносят вклад в сохранение национального наследия. Наурыз құтты болсын! Улыс оң болсын! Ақ мол болсын!